Меня зовут Николай Суббота. Я единственный оставшийся в живых участник реалити-шоу «Выживший». Никакого крушения вертолета не было. Игра началась, только играли не мы, а играли нами. Нас загнали в ситуацию, где мы убивали друг друга. Нас заставляли поверить, что это единственный выбор. Они сказали, что я перехожу на второй уровень. Но я не собираюсь играть по их правилам. Вы все должны знать правду. Сегодня у нас 10 игроков. Среди них есть родственники погибших участников игры. Победитель получит 1 миллион евро. Все серьезно. Я не понимаю, что происходит. Самое главное здесь остаться человеком. Прости.